Согласно народному календарю, с 4 марта стартует масленичная неделя. Организаторы праздничных мероприятий познакомили журналистов с программой празднования. Как отметила заведующая Центром развития и сохранения фольклора Нелли Орлова, масленичные гуляния в нашем регионе по традиции начинаются раньше, 3 марта, в селе Урено-Карлинское Корсунского района. В 2016 году в селе была реконструирована традиция проведения кулачных боев на мясоедное воскресенье. Во время праздника будет работать множество интерактивных площадок, как для детей, так и для их родителей. Самое главное, конечно, это катание на лошадях еще. Катание на лошадях у нас пойдет по улице Урено-Карлинского, где будут сидеть ряженые, где будет сидеть чудной старик, который тоже, кстати, по сказаниям и по преданиям именно пошел с Корсунского района, вот с Урено-Карлинского, который будет выкрикивать интересные зазывалки, шутить, балагурить, вести праздничные концертные номера, играть с населением. Центр народной культуры присоединится к празднованию в Урено-Карлинском. Перед сельчанами и гостями праздника выступят народные фольклорные коллективы. Театр «Веретено», ансамбль «Ладанка» и детский коллектив «Оберег». Один из номеров был представлен на встрече с журналистами. В Ульяновске масленичную неделю открывают в библиотеках, где пройдут игровые праздничные программы, мастер-классы. И вот городские библиотеки, они первые тоже начинают вот эту, открывают тему этого года, года национального единства. И у нас будет чувашская масленица в библиотеках, и элементы мордовского праздника будут. Конечно, русская масленица пройдет, это будет проходить на открытых площадках около библиотек и в самих библиотеках. Гуляния пройдут во всех районах города. Первым во вторник примет гостей железнодорожный район. В среду развернутся гуляния в Ленинском районе, в четверг – в Засвияжском и в пятницу – в Заволжском районе города. Главные празднества пройдут 10 марта. Основной площадкой масленичных гуляний в Ульяновске станет Соборная площадь. Кстати, будет работать площадка, на которой известные люди города испекут блины и угостят горожан. А вот испечь самим метровый блин можно будет 10 марта в блинной столице – Сенгилее. Вообще сам старт всего мероприятия 10 марта у нас будет в 10:45. Это большое масленичное шествие, которое подойдет как раз-таки у нас к 11:00 главной сцене города Сенгилея, где пройдет открытие фестиваля «Широкая масленица». Желающие поучаствовать в масленичных гуляниях в городе Сенгилее и попробовать фирменные блины смогут добраться в блинную столицу на рейсовых автобусах или при помощи специализированного туристического маршрута. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.